томата победитель позволяют выращивать свежие овощи для приготовления блюд и закаток. Плоды, массой от 70 до 140 грамм, имеют удлиненную форму и при созревании краснеют. Сочная мякоть имеет сладковатый привкус с небольшой кислинкой. Томат победитель это травянистый высотой от 60 до 75 сантиметров. Томат победитель имеет среднеспелый срок созревания. Урожайность томата победитель составляет 3,5–5,8 килограмм. Плоды имеют массу 140 грамм. Форма у плода удлиненно-овальная. Цвет плода красная, мякоть плотная. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.